Банкнота 100 рублей. Образца 1961 года. Введена в обращение в ходе денежной реформы 1961 года. И имела хождение до 23 января 1991 года. Аверс банкноты имеет белое поле справа, на котором внизу в гелиоширной розетке изображено число 100. Остальное пространство заполнено фоном, плавно меняющим к центру цвет от бежевого к светло-голубому. Фон заканчивается волнистой линией. Верхняя часть рисунка имеет рамку в виде буквы «П». Вниз от нее плавно расходятся горизонтальные волнистые линии. Крупнее, вот они, мелкие. В левом верхнем углу в овальной рамке портрет Владимира Ильича Ленина. В профиль, лицом вправо. Уже покрупнее. Напротив, посередине находится крупный узорчатый элемент, напоминающий щит, на котором в центре расположен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик, входящих в СССР. На каждой ленте, обозначающей Союзную Республику, надпись на национальном языке. Ниже крупное число 100. Поверх него прописью написано 100 рублей. И еще ниже, посередине, двустрочная надпись мелким шрифтом. Сейчас постараюсь увеличить. Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка. Художник аверса Лукьянов, автор портрета Владимира Ильича Ленина, Соколов, гравер портрета Михеев. Оборотная сторона имеет белое поле с числом 100 цветной рамки. Остальное пространство заполнено фоном, меняющим цвет от бежевого к светло-голубому. Также фон заканчивается волнистой линией. Правее расположена гравюра с изображением водозводной башни Московского Кремля. Верхняя часть гравюры обрамлена узорчатыми линиями. Вот. Два верхних угла цветной части купюры имеют розетки с числами 100. Вот левый угол, вот правый угол. Справа внизу между двумя горизонтальными линиями указан номинал 100 рублей. Вот. Под ним указание номинала на 14 языках остальных союзных республик. Украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском,
туркменском и эстонском. Еще ниже в рамке между двумя круглыми узорами надпись «Две строки». Подделка билетов Государственного банка СССР преследуется по закону. Левее указана дата печати – 1961. Наверху, посередине и слева внизу, вот, красной краской указаны серия и номер банкноты. И вот. Художник реверса Дубасов. Купюра имеет водяной знак. Не знаю, будет видно, нет. Портрет Владимира Ильича Ленина. Думаю, видно. Печаталась фабрикой Госзнака. Размеры укажу в описании.